Привет, ребята! Здравствуйте вам! Центральный стадион имени Яшина в Ульяновске приветствует болельщиков лучшей лиги мира. Ульяновская «Волга» принимает тольяттинский «Акрон». МЛБ первой лиги. Свисток главного арбитра. И поехали. А вот неплохая атака. Вновь Денис Рахманов мяч получает. В этот раз смещается и бьет. Смещается к центру. 1-0. А вот здесь Гераев вновь неплохой забег и пролетает мимо него. Айдар Хабибулин бьет. Гераев. И что творит Климович в этом эпизоде? Вновь спасает свою команду. Скорее Сергей Шакур. А здесь Билал-Билалов опережает. Бьет поворотом. Но не получается у него. Семирабазов хорошо на опережение сыграл. А Гирюгов бьет. Какой удар Азнаура. Акрон в атаке, хорошо принимает мяч, бьет и гол! Гол! Забивают футболисты Акрона. Иван Чудин. И тяжеловато, конечно, такую оборону проходить. А вот здесь вот пробирается Денис Ефремов! 1-1! Угловой тем временем у нас подает Акрон и Гераев бьет по воротам. Кирилл Морозов, давненько мы его не видели в атаке. Хорошо корпус поставил, сам ушел и бьет по воротам. И отскакивает мяч от Сергея Волкова. И на добивании там направо на подачу. И какой удар от Билала Билалова. И говорил, а вот здесь, смотрите, Марухин. Прострел и вновь. Один и гол залетает в ворота «Волги». Гол! Гол! Успеет ли? Не успеет. Свисток финальный звучит, который знаменует победу «Акрона».